Всем здравствуйте! Еще в прошлом году пошли разговоры о скором переезде Валерии и Иосифа Пригожина из элитной столичной квартиры за город. Однако звездная семья по-прежнему живет в столице в своих апартаментах в центре. Как оказалось, Валерии и ее супругу пока что никак не удается найти подходящий дом. И все же совсем скоро певицу и продюсера ждет переезд. Именно на это намекнула артистка в новой публикации. Валерия подтвердила, что уже давно мечтает перебраться в загородный дом. В первую очередь для того, чтобы вместе с ней жила ее 83-летняя мама Галина Николаевна. «Загадаю-ка я Деду Морозу загородный дом, чтобы жить всем вместе, а не навещать друг друга». Конечно, на Деда Мороза надейся, а сам не плашай. Ищем подходящий уже 2 года, но что-то мне подсказывает, что в этом году все может получиться, поделилась своими надеждами артистка. 2 года назад Галина Николаевна перенесла непростую операцию по замене обоих коленных суставов в Швейцарии. С тех пор она вынуждена передвигаться с помощью ходунков. Переживающая за родительницу Валерия старается как можно чаще навещать ее. К примеру, недавно она и Пригожин навестили Галину Николаевну, которая к приходу детей накрыла стол. Но из-за плотного графика и съемок Валерия не может приходить к престарелой маме так часто, как ей бы того хотелось. А покупка загородного дома могла бы решить эту проблему. Ведь в таком случае Валерия просто перевезет родительницу к себе. Поклонники Валерии поддержали ее в стремлении позаботиться о 87-летней маме. Пользователи отметили, что покупка целого дома ради этой цели действительно хорошая затея. Вот только некоторые посочувствовали при этом Пригожину, которому придется постоянно жить с тещей. «Давно пора вам быть вместе с мамой, жить в уютном большом доме – это так чудесно. Ценить надо живых родителей. Вы многим пример подадите, очень хорошее и правильное желание. Пусть оно сбудется обязательно, сочувствую Иосифу. Жить с тещей – та еще радость, прекрасная семья», – пишут фанаты Валерии. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.